Сегодня на улице областного центра высадился экодесант. Волонтеры, как настоящие солдаты, быстро и оперативно прибирались на детских площадках, скверах и аллеях, а также раздавали листовки с правилами сортировки мусора. Все проходило в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан». Экодесант в течение всего дня занимался санитарной очисткой и благоустройством территорий дворов, парков и скверов областного центра. Первым, куда прибыли волонтеры, стала детская площадка по улице Павлова, 11. Молодежь убрала старые бумажные и пластиковые коробки, банки, деревяшки и железки в ближайший мусорный бак. Затем десант направился с экологической миссией на гусиный перелет, где также провел уборку от крупного мусора. Акция «Экодесант» не единоразовая и будет продолжаться. Любой житель города может предложить свои точки, где необходимо провести благоустройство. Да, к нам могут обратиться жители города Павлодара, то есть по улице Ломова, 38, либо выйти к нам через Инстаграм Бергемас ПВЛ Фронт Офис и локации нам дать, то есть обратиться, чтобы наши волонтеры приехали на то место и произвели наши работы. То есть цель нашего мероприятия – это очистка города, чтобы наш город стал чище, красивее, а также чтобы наша молодежь стремилась полюбить свой город. Кроме облагораживания территорий, волонтеры проводили и информационную работу. В центре города «Экодесант» раздавал обучающие листовки по правильной сортировке мусора. Напомним, акция проходит в рамках республиканской экологической инициативы «Таза Казахстан». Ермек Сапаров, Медкарым, Ертес Ахпарат.